Всем привет! Сегодня 2 декабря. Я продолжаю снимать свои мини-влоги и отчеты в течение недели, что я буду сегодня делать. Вчера я довязала игрушку. Это Нюшенька. Я показывала вам ее в прошлом видео. Было сделано только прической и тушкой. Вечером я ее доделала. Получилась вот такая замечательная Нюшенька из малышариков. И также я доделала Леди Баг. У нее волосики собраны в резиночки, в хвостики. И можно их распустить и делать прически. Костюм вышит в черную точечку, как в мультике. И есть маска супергероя. По размеру она у меня получилась больше 20 сантиметров. Ладошка у меня 20 сантиметров, она больше ладошки. Вот такая получилась замечательная игрушка. Есть у меня к этой игрушке еще и суперкот. В каком-то видео я показывала их вместе. Сейчас доставать не буду, он у меня где-то далеко лежит в сумке. Поэтому сегодня по плану мне сделать еще одну такую же Леди Баг. И, наверное, приступлю к заям. Маленькие зайчики такие. Я уже много раз тоже их показывала в видео. Скорее всего, сегодня их буду делать. Хочу еще показать, какой нашла интересный декор. Это у меня... У дочки лежал, я нашла у нее в закромах. Очень мне понравился. Но больше всего мне понравились вот такие замечательные бубенчики. Они звенят. И есть петелька, куда можно пришить. Покупала она вот эти камешки все в фикс-прайсе набором. И вот зелененькие бубенчики мне очень понравились. Скорее всего, я у нее их заберу. И на новогодние игрушки куда-нибудь прикреплю. Поэтому очень красивые штучки. Ну так, что же, пойду я продолжать свое вязание. И встретимся чуть попозже, покажу, что у меня получилось. Сейчас уже 6 часов вечера. Я сегодня ничего не снимала, практически ничего не делала, отдыхаю. Конечно же, вяжу. В данный момент вяжу Леди Баг вторую. Надеюсь, что сегодня успею. И думаю, что останется время на вышивку. Очень хочется повышивать, потому что давно этим не занималась. Достала с большим удовольствием свою вышивку. И прям ручки чешутся ее продолжить. Ну и нужно еще время оставить на чтение, потому что мой зимний книжный марафон, он продолжается. И сегодня, в принципе, по плану я должна была прочитать половину книги, а я прочитала всего 100 страниц. Не знаю, когда, что успею. Так что сегодня снимать, наверное, уже не буду. Завтра покажу вам, что я связала и что буду делать в течение дня. Возьму вас с собой на работу, потому что завтра понедельник, и придется идти работать. Так что до завтра. Всем пока.
Всем привет! Сегодня уже 3 декабря, понедельник, утром. Сейчас 9 часов утра. Я уже нахожусь на работе. Сейчас уже буду заниматься делами. Хотела всем пожелать хорошего дня. И покажу вам, что у меня сейчас за окошком. Погода сегодня отличная, тепло. Ночью нападал снег, поэтому очень красиво. И обязательно вам покажу, что у меня за окошком. Мои окна на работе выходят на прекрасные синие ели. Посмотрите, сколько у меня их. На той еле, которая сейчас передо мной, раньше жила сова с совятами. Я ее наблюдала каждый день. Она в гнездышке сидела. Очень красивая. Вот так у меня за окошком. Вчера за весь день я связала одну леди Бах и уделила немножко времени на вышивку. Практически закончила один большой лист и обязательно вам покажу, что у меня получилось. Вечером я собираюсь поехать по магазинам. Мне нужно выбрать обои, но я их уже выбираю целую неделю. Не знаю, будет сегодня удачная попытка или нет, посмотрим. А также хотела заехать в Ашан и купить адвент-календарь. Сегодня я заметила, что на моем канале уже 1000 подписчиков. Я пришла в такой восторг, я вас очень всех люблю. Я не могла даже подумать, что вас будет так много, что вам нравятся мои видео и вы будете меня смотреть. Поэтому я очень рада, я сегодня в прекрасном настроении. Ваши теплые слова мне греют души, ваши комментарии мне очень нравятся. Я отвечаю всем на каждый ваш комментарий. Поэтому пишите обязательно, будем обсуждать с вами разные темы по вязанию и не только по вязанию. И сегодня я решила сделать для вас конкурс. Это будет очень простой конкурс, условия будут практически минимальные, ничего не потребуется от вас. И потом я рандомно выберу победителя и отправлю вам приз. Все условия конкурса будут вечером, в конце видео, когда я вернусь с работы. Итак, я уже вернулась домой. А сейчас вам покажу игрушку, которую я сделала за воскресенье. Это Леди Бах. В прошлом видео я вам уже показывала ее. Я ее сделала повтор. Их будет у меня две, но немножко исправила. Сделала не такую, как прошлую. Во-первых, я укрепила ей вот здесь шею, потому что у первой игрушки шея немножко была такая тоненькая, там стояла всего одна палочка для ватная палочка, и голова у нее клонилась. У этой же стоит две, и она более прочная. И я исправила волосы, потому что я той игрушке добавляла волосы сразу по две, прикрепляла ниточки, и в итоге сами волосы получились очень такими пышными, что даже тяжело было сделать ей резиночки, и от этого голова у нее падала. Поэтому
Здесь я сделала по одной ниточке. Это очень получилось хорошо, самое то, что нужно, и укрепила голову. Вот такая у меня игрушечка получилась. Но хочу сказать, что эта игрушка занимает очень много времени. Я потратила на нее практически целый день. Конечно, я занималась какими-то другими делами, но по сравнению с другими игрушками я их вяжу намного быстрее, чем эту. Во-первых, очень много времени занимает вот эта прическа. По каждой ниточке добавлять, прикреплять. А также вышивка костюма. То есть, вроде как бы он и не очень большой, но вот эти пятнышки вышивать на руках, то есть со всех сторон, да, на ногах, это довольно-таки долго. Поэтому в итоге у меня получается, эта игрушка занимает, ну, часа 4-5 точно, если не отвлекаться от работы. В итоге я больше ничего вчера не успела сделать. Я оставила немножко время на вышивку. И сейчас покажу, что у меня получилось. Итак, что у меня получилось? С пяльцев я не буду снимать, потому что еще до конца не доделала, но тут прям практически чуть-чуть. И надеюсь, что сегодня я закончу. Вот так вам покажу. Уже появляется здание. Вот здесь вот парочка, мужчина с женщиной. В общем, уже проступает рисунок. Мне становится очень интересно, как это вообще появляется. В общем, вышивка очень красивая. Сначала я нервничала, потому что вот этот монохромный цвет, одни и те же цвета, я стала путаться в схеме, но когда я взяла карандаш, начала зачеркивать, хотя я никогда такого не делаю при вышивке, все стало на свои места. В общем, я с большим удовольствием этим занимаюсь. А теперь давайте перейдем к конкурсу, который я обещала сделать еще утром. Так как вас на канале уже больше 1000, и с каждым часом вас становится все больше и больше, я очень рада. Я вас очень сильно всех люблю. Мне безумно нравится, когда вы мне пишете комментарии. Я вам на них обязательно отвечаю. И ваши теплые слова льются на мое сердечко. Поэтому для вас я решила сделать конкурс. Он продлится в течение, ну, чуть меньше 2 недель. 15 декабря я объявлю победителя. Этот конкурс будет на розыгрыш моего мастер-класса, который на самом деле у меня является платным. Это розыгрыш на мастер-класс «Волк». Вы его все давно видели и знаете на моем канале. Поэтому победителю я совершенно бесплатно отправлю этот мастер-класс в формате PDF. Там больше 30 фотографий, подробная инструкция, как правильно его связать. Поэтому все, что от вас требуется, условия очень простые. Это быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео, написать в комментариях слово «участвую». И, ну, так как у нас совсем скоро Новый год, давайте вы напишите мне свой самый необычный подарок на Новый год. Мне будет очень интересно почитать, что же бывает необычного, какой волшебный подарок можно получить на Новый год. Поэтому участвуйте, и я надеюсь, вам повезет. Да, и не забудьте открыть доступ к своим подпискам и понравившимся видео, потому что иначе я не смогу проверить, подписаны ли вы на мой канал или нет. Поэтому не забывайте этой важной детальки, иначе мне придется выбрать какого-то другого победителя, если вдруг я не смогу проверить ваши условия. А сегодня я буду прощаться. Всем до новых встреч. Увидимся скоро в следующем видео. Пока-пока.